Друзья, всем привет из Фикспрайса. Давайте смотреть новинки. Сумки-шоперы, 100% хлопок. Посмотрите, какой котик. Сумка здесь с одним отделением. Внутри нет карманов, ни замочка, ничего. Просто сумочка через плечо. Ну и есть пару вариантов. С надписью. И вот такой еще вариант. Тоже что-то написано. Она уже светлая, прям белая, а эти бежевые по цвету. Товары к школе продолжают поступать. Посмотрите, какие шикарные сумки для сменки. Материал Оксфорд и полиэстер. Хороший плотный материал. Две ручки. Здесь завязочки по бокам. Ну, как все. Все как обычно, в общем. Для сумок замков нету никаких. Одно отделение. И очень много разных вариантов. Прям мне нравится, что ткань плотная, и она не будет деформироваться. Есть как для мальчиков, так и для девочек. Такие акулы, например. Вот, посмотрите, какой вариант. Роботы. В общем, пока еще много вариантов. Но будут, конечно, сейчас разбирать. Уже начинается закупка к школе. Аниме, рисунки. И вот такой черно-белый вариант еще. Фигурные папки для документов. Очень много разных вариантов. Формат А4, скорее всего. Ну, стандартная такая папочка. Смотрите, какие красивые есть рисунки. Панда. Вот это вот какой-то безумный кот. Так. Вот это красивая кошечка. Кот и рыбки. И яркий единорог. Красивые керамические кружки молочного цвета, 460 миллилитров. Посмотрите, какой у них узор. Нашла только такие. Выполнены очень классно, без недочетов. Приятный рисунок. Интересные контейнеры для хранения нарезанных продуктов. Посмотрите, какие нашла. Есть вот такой вариант. Материал полипропилен. Идеально подойдет для хранения оставшейся нарезки овощей и фруктов. Крышка плотно закрывается и предотвращает проникновение внутрь посторонних запахов. В общем, продукты останутся свежими до следующего использования. Так, еще один вариант. Это вот такой. Например, хранить лук, как тут нарисовано. И вот такой маленький еще контейнер для хранения лимона, например. Интересная, конечно, новинка. И вот эта пленочка у них очень-очень тоненькая. Ее легко повредить. Кухонные ножницы. Материал нержавеющая сталь и АБС пластик. Нашла в трех цветах. Симпатичные цветочки. Смотрите, есть зеленый, красный и синий цвет. По 99 рублей. И из этой же серии пришли овощечистки с тройным лезвием. Три в одном. Цена 99 рублей. Нержавеющая сталь и АБС пластик. Тоже такие же расцветки. Выглядят очень солидно. Ручка толстая такая. Прям большие. Ложки с зажимом. Материал АБС пластик. Смотрите, вот как щипчики на пакет прикрепляются. Подойдут для кофе, для чая, для каких-нибудь сыпучих продуктов. Нашла разные варианты расцветок. Вот такие. Стоит 49,50 всего. По-моему, раньше были из нержавейки просто. Теперь вот пластиковые. Небольшие компактные подносы от Бытпласта. Вот такие маленькие. Размер у них, сейчас вам скажу, 29 на 19 на 2 сантиметра. И три цвета. Вот же лавандовый. И вот такой вот интересный цвет. Хороший крепкий пластик. Наборы столовых приборов из полипропилена и пшеничного волокна. В наборе вилка и ложка. Идут они в контейнере. Три цвета. Такой вот еще. Высветляет у меня, ну, такой нежно-лавандовый цвет. И желтенький. 55 рублей такой набор.
Ого, сколько новых пачек нам пришло. Смотрите, производство Корея, Angel K. 80 штук в наборе. Есть, значит, против морщин, против отечности, от отечности. Так, вот такие, против мешков под глазами. И еще один вариант от темных кругов. 199 рублей. 80 штук. Компактное зеркало. Два зеркала. Одно обычное, другое с двукратным увеличением. Вот я его открыла вам специально. ABS пластик, стекло. И что тут у нас еще? И сталь. Три варианта расцветок. Такое вот беленькое, очень красивое. Стоит 149 рублей. Стильные кисти для макияжа. Две штуки. Одна для пудры, другая для румян и контуринга. Материал нейлон, древесина и алюминий. Есть вот такой золотой цвет и черный. Стоят они 249 рублей. Женские туники, 100% хлопок, производитель город Москва, короткие рукава. Я так приложила ее к себе, знаете, это полноценное платье, чуть ли не ниже колена, но это 54 размер. Я думаю, есть тут всякие размерчики и разные варианты расцветок. Сейчас покажу. 299 рублей стоит. Есть вариант с зайчиком, рисунок нанесен, поэтому при стирке может облазить. Конечно, краска со временем. Вот. Вот это более выгодный вариант, потому что тут практически нет такого покрытия. Ну, почему-то узор вот только коровки. Голубая, серая и птички. Все, других вариантов нет. Нашла размеры с 50 по 54. Именно в этом фиксе. Обувь женская домашняя. Смотрите, с бантиком. Нашла с 36 по 39 размер. Подошва Эва, остальное все 100% полиэстер. Ну, сейчас покажу вам расцветки. Вот, красивенькая зебра. Есть голубой цвет. Все с бантиками хорошенькие. Розовый яркий. У меня прям высветляет. На самом деле он прям яркий-яркий цвет такой. И вот такой еще вариант. Аккуратно все прошито, сделано. Красивенькие. Мягкие толстенькие коврики для ванной 50 на 70 сантиметров. Материал поролон, ПВХ и полиэстер. Смотрите обратную сторону. Так, есть ярко-оранжевый цвет. Вот такой персиковый, серый еще. Ну, знаете, такие хорошие плотные коврики. Так, и еще коврики преддверные с надписями. Тут уже основательная такая сторона задняя, прорезиненная. Так, здесь уже у нас 48 на 78 сантиметров. Стоит он 299 рублей. И посмотрим по цветам. Так, сердца, сердца. Цветы, все-таки маки. Так, и еще как будто бы картина Ван Гога. По цветам, знаете, похоже. Но я не утверждаю. Так, ну и дальше уже одинаковые пошли. Друзья, теперь мы переместились в Фамилию. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот точно такая же миска с крышкой есть и тут, но она немножко по другой цене. Рисунки. Есть другие. Вот такой, например, очень симпатичный. И по цене она будет 219 рублей. 3 литра 700 мл. Серия контейнеров из биоразлагаемого пластика тоже есть. Вот, например, возьмем вот этот маленький. 169 рублей здесь стоит. А побольше по 159, но он уцененный. Видимо, зеленый остался один единственный. Детские бутылочки для питья. Я что-то тут начала с пластика. Но мы перейдем к посуде. Сейчас 189 рублей. Вот такая маленькая бутылка. Цвета разные есть. И меня заинтересовали вот эти баночки.
симпатичные. Хоть они и пластиковые, пластик матовый, бамбук нарисован. Здесь бамбуковая крышка. 219 рублей. Красиво смотрится. На самом деле здесь очень много всяких контейнеров, банок. Каждый, конечно, не буду показывать. Есть красивые стеклянные с керамической крышкой. Вот в виде ракушки. Тоже здоровские. Так, стоят они 329 рублей. Еще вижу салатовый цвет. Много разных банок с замком. Так что не успели повесить еще цену на них. Видимо, только-только. Вот эти красивенькие от Паша Бахче. Тоже с листочками. Красота. Стоит 279 рублей. Еще один вариант классных стильных банок с крышками из нержавеющей стали. 199 рублей. И есть еще крышка прозрачная. Тоже классно смотрится. По 219. Пластиковые формы для мороженого. Такие симпатичные зайчата. Стоят они 219 рублей. Что у меня с резкостью на телефоне, я не понимаю. Извиняюсь. Пакеты для заморозки или для хранения продуктов с зип-замком от рыжего кота. Большой размер. 26 на 29 сантиметров. Объем 3 литра. 10 штук в наборе. Стоит 109 рублей. Посуду постараюсь показать только новую, потому что очень много стареньких вариантов. 399 рублей. Вот такая тарелка. Не вижу я материал. Не написано нигде. Есть еще поглубже. По 439 такой же вариант. Так, еще смотрите, вот такие темные. 439 рублей. Кто любит такие цвета. И поменьше по 399. Вот это тоже тарелочка из новинок. Вот так вам покажу, какая она непростая, не гладкая. 329 рублей. Вот тут уже интересный орнамент. 329 тоже глубокая, красивенькая. Ну, а вот эти варианты, на мой взгляд, вообще такие темненькие, мрачные. 399 рублей. Ну, может, нравится кому-то такая посуда, почему и нет. И есть глубокая тарелка по 439. Ну, рисунок, конечно, красивый. Просто цвета прям темненькие совсем. А это прям моя любовь-любовь. Но стоят они здесь, конечно, впечатляющие. 700 чем-то рублей вот такой салатник. 779. Видела я похожие и в посудоцентре. Там тоже цена большая. Очень мне нравится такая неправильная форма. Стекло. Красиво смотрится. Есть и маленькие, и разных цветов. Посмотрите, какая прелесть. Как просто из кусочков льда посуда сделана. 499 рублей вот такой маленький салатничек. Нашла плоскую тарелочку вот к этой большой. Смотрите, можно составить себе наборчик, собрать. 289 рублей. Красивая. Вот эта новинка. 439 рублей. Глубокая тарелка. И смотрю, прилетели к нам бабочки. Смотрите, сколько много тарелок с этим принтом. Вот, например, очень здорово смотрится. 499 рублей. Большой диаметр, наверное, 26 точно. Так, глубокая тарелка. 439. Как будто бы карандашный рисунок такой. И вот такая малявочка еще есть по 199 рублей. Такие неяркие, приглушенные цвета. Красивые. Так, и вот еще. Тут уже 399. Тоже опять же целая серия. Посмотрите, какая красота. 1349 рублей стоит.
Это, скорее всего, бамбук и керамика. Керамические ложки. Наверное, под сахар, под что-нибудь еще. Такой наборчик. Замечательно смотрится. Очень много металлических ваз всяких. Для фруктов, еще для чего-нибудь. Так, вот такая, например. Где смотреть? Так, вот. 549 рублей. Фруктовница. Так, это еще не все варианты. Как вам вот такая шикарная? Тут уже одно деревянное. Я надеюсь, оно не выпадет, если я переверну. 629 рублей. Вот такая она прям широкая. Вот еще вариант. Так, здесь уже 600. Сейчас. Так, 679 рублей. Вот это тоже очень даже ничего. Но здесь металл потоньше. 499 рублей. Вот такая. Плетеные корзинки для хранения. С двумя ручками. Не очень они широкие. 500 рублей. Без рубля. Есть в двух цветах. Но тут уже немножко ручки другие. Тут одна она, кстати говоря. Цвет этот, конечно, на мой вкус поприятней. 499. Есть еще большая. Так, они уже по 1400. Вот еще один вариант корзины для хранения. Очень аккуратно сделано, просто не к чему придраться. 879 рублей. Большая вместительная корзинка. В кружках тут, конечно, мало чего интересненького. Но посмотрите, какая... Ой, божечки, какая малюсенькая. 389 рублей стоит. Такая кофейная кружечка. Есть разные расцветки. Что тут еще по кружкам такого, что прям глаза бросилось и захотелось показать. Ну, вот такой, например, тигр. На скидке она 219 рублей. Тут хоть написано, что это фарфор. Внутри белая. Ну и кто любит вот такие оригинальные кружки, где у каждой кружки свой собственный такой рисуночек, индивидуально не повторяется, 259 рублей, 540 миллилитров. Внутри тоже покрашено. Очень симпатичные чайные пары. Кстати, стоит более-менее недорого. 219 рублей. Серия называется «Жаклин». Блюдечко неровное. И кружка. В декоре прибавилось много симпатичных штук. Посмотрите, подвесное кашпо макраме. Красиво смотрится. 899 рублей стоит такое. Есть еще вот такие качельки. Но тоже сюда можно и цветочек поставить, и что-то и другое. Это уже подороже, по 1400. Но можно на самом деле и самим попробовать сплести. На YouTube очень много уроков доступных по плетению. А вот это прям шикарность. Смотрите, такое древо рода, я бы сказала. Бисер. И вот здесь висюльки. Ну, из проволоки. 999 рублей. Вот это зеркало очень красивое. Тут мои штаны в горох. Сейчас покажу, сколько стоит. 1699. Оно издалека, конечно, шикарно смотрится, но все-таки лезет. Я думаю, не стоит, конечно, своих денег. Качество не очень. Сколько идей подкидывает фамилия иногда. Посмотрите, это подсвечник декоративный. Что тут? Вот веточки, вот просто какие были, такие насобирали, понимаете? Покрыли белой краской, все. Подсвечник готов. Закрепили его, и все. Ну и стеклянная, конечно, тут колбочка. Больше ничего не надо. Ну и цена 879 рублей. Я думаю, такой каркас для подсвечника может сделать, конечно,
Любой просто. Золотые подсвечники, смотрите, по 549 рублей. Вот такая вот красота. Тут все, я смотрю, в золоте. Есть на 4 свечи. Вот этот красивенький, но он прям легенький-легенький такой. Стоит 549 рублей. Вот этот по 779. Очень много декоративных камней. Большие. Так, сколько они? Вот эти темные. 219. Есть посветлее. Ой, тяжелые какие вообще. Ну, вот это вот натуральные камушки. Так, ну-ка. 219 тоже. А вот это, я не знаю, крашеные они или какие, или... Не могу сказать. Так, наборы свечей. Так. Опять переворачивать. 779 рублей. 6 штук. Ну и вкусняшек очень много, всяких разных соусов. Так, вот это вот что, например, это вот что-то похоже на вяленые помидорки. Сушеные помидоры по 249 рублей. Дели Веги. Лукашинские для гриля с острым карри. Так, а это что-то интересненькое прям. Что это такое? Долма из виноградных листьев. 209 рублей. Вот так вот. Что тут еще? Тут тоже много вот этих всех маленьких штук. Хумус запеченный. 159 рублей. Много интересного, чего нет в обычных магазинах. Ну, может быть, в супермаркетах, если только. Вот. Сейчас вот так вам покажу. Очень много кетчупов всяких. Масло, кстати. Смотрите, есть авокадо, тыквенное, кедровое. Почему в скобочках? Тут что, нечистое, наверное, да? Разбавленное или что? Посмотрим. Состав масла подсолнечное, рафинированное, дезодорированное масло авокадо. Ну да, тут пропорция, видимо, совсем мало. Масло авокадо в основном такое растительное, рафинированное. Вот грецкого ореха. Вот это вот без скобочек, наверное, лучше покупать. Где? Тогда уж точно будет. Оливковая, вот экстра вирджин, например, 750 миллилитров. И сейчас посмотрим по цене. 699 рублей. Приправки. Вегету, кстати, в такой упаковке я не видела. 189 рублей. 225 грамм. Универсальная приправа для консервации помидорок. 149 рублей. Тут их несколько штук в упаковке. В общем, чего здесь только нет. Даже, смотрите, для гуляша. Приправа 99 рублей. Так, а вот сушеный чеснок сколько? 99 рублей. Три штуки в наборе. Но это выгодно, потому что вообще сушеный чеснок, конечно, он дорогой. Я приноровилась в сушилке для овощей и фруктов его сушить, а потом перемалываю, и все. Вот такой, такая приправа для фарша домашнего с чесноком и мускатным орехом. Ой, прям это вкусненько, конечно. Средиземные травы. 89 рублей, опять же, три штуки в наборе. Вот такими наборами, конечно, выгодно очень покупать. Базилик, кавказские травы для плова. В общем, все, друзья, на этом все. Уж не буду я тут показывать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.